Всем привет! Сегодня я хочу рассказать немного о нашем Рексе. Многие мои знакомые считают Рекса очень добрым и безобидным псом, но это далеко не так. Рекс никогда не впустит в квартиру чужого человека, а также никогда не пройдет спокойно мимо другого пса. Зато девочек-собачек он просто обожает и позволяет им делать с собой все, что они захотят. Как я уже рассказала ранее в одном из своих видео, у меня есть знакомый экстрасенс, который через глаза животных может увидеть какие-то эпизоды из предыдущих жизней этих животных. И вот недавно мы решили немножечко узнать о нашем Рексе. Со слов моего знакомого экстрасенса, информацию о Рексе было прочитать нелегко. Рекс постоянно отводил глаза и не давал сосредоточиться на его взгляде. Но кое-что он все-таки узнал о Рексе. Он рассказал, что Рекс был человеком и был мужчиной в очень далекое время, еще тогда, когда все люди жили в пещерах. Мужчина, прототип Рекса, при жизни совершил убийство. И убийство это было совсем случайным. Пещерный человек, которым ранее был Рекс, совсем не планировал совершать это преступление. Поэтому душа этого мужчины так долго не перерождалась в другую жизнь, потому что в другом мире расплачивалась за свой грех, а то есть убийство. Вот такую историю мы узнали о своем Рексе. Не знаю, верить в нее, не верить в нее, но мы немножечко стали по-другому смотреть на нашего любимого пса.